Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре снова один из самых лучших PCIe 4.0 терабайтников. Это SK Hynix Platinum P41, который был на тестах, но был на тестах на платформе Intel. Сегодня проверим, что же он покажет на моей свеженькой и новенькой платформе AMD AM5 и сравним с платформой от Intel. Кстати, данные SSD достаточно сложно купить в России, но постараюсь оставить ссылочку внизу. Ну а если вы хотите экономить и покупать различные комплектующие, например, из США, чего сегодня из России сделать практически невозможно, то вам помогут посредники из соседних стран. У меня есть проверенный человек из Казахстана, зовут Артур, ссылочки на него внизу. Ранее я уже делал обзор на этот SSD, тогда у меня была система Intel, которая также у меня здесь есть, лежит, на которой сегодня я точно так же протестирую этот SSD, и мы сможем сравнить, что же у нас стало на AMD и что у нас стало на Intel. Потому что это один из самых лучших PCIe 4.0 терабайтников. Именно терабайтников, потому что на 2 терабайта этот SSD хоть и хорош, но есть и более быстрый. И когда я в прошлый раз протестировал SK Hynix Platinum P41, тогда я еще не знал, что есть Solidigm P44 Pro, который построен на этом же железе. Но благодаря своим усовершенствованным драйверам, которые с этим SSD не работают, показывает себя еще лучше. Поэтому правильнее будет сказать, что лучший терабайтник это, наверное, Solidigm P44 Pro. Но давайте вернемся к нашему SK Hynix. Компания SK Hynix купила NAND подразделение компании Intel. Все технологии, производство, все. В течение нескольких лет все это перейдут компании Hynix и все. Intel памятью заниматься больше не будет. И очень жаль. Особенно жаль и непонятную судьбу производства 3D XPoint, то есть SSD накопители Intel Optane. Но SK Hynix, насколько я знаю, с Intel Optane никак не связано и ничего там не купили. Что касается нашего терабайтника, то помимо того, что он построен на своем контроллере, свой DRAM кэш, своя память, то есть точно так же полностью все произведено компанией SK Hynix, это круто. Это как Samsung делает, но опять же Samsung вот недавно спалился с SSD на контроллере Marvel. Вот у SK Hynix тоже были раньше сторонние контроллеры, я думаю, будут. Что касается заявленных скоростей, до 7000 на чтение, 6500 на запись. В прошлый раз все скорости подтвердились. По гарантии у нас, конечно же, 5 лет. В России вряд ли такую гарантию найдете. Ну и ресурс 750 терабайт. Здесь все очень даже хорошо. Но давайте устанавливать наш SSD, будем устанавливать под комплектный радиатор от переходной платы в PCI-Express слот без стикера, ну и посмотрим, что же в итоге у нас получится. SSD накопитель SK Hynix Platinum P41 объем 1 терабайт установлен. Давайте переходить в управление дисками для инициализации. Далее нам необходимо наш SSD отформатировать, делаем это файловую систему NTFS. На SSD у нас доступно 931,5 гигабайт, а операционная система у нас показывает 931. Закрываем теперь все окна, запускаем Crystal Disk Info, смотрим, что он нам покажет на нашем SSD. 34 градуса под радиатором от материнской платы, от переходной платы PCI-Express. Смарт-параметры по нолям, 0 часов работы, одно включение, перед нами абсолютно новый SSD. Ну и для контроля за температурой запускаем CPU ID хардовый монитор, сворачиваем все ненужные нам устройства, кроме нашего SSD от SK Hynix. Отлично. Ну и запускаем IDE64. Для начала посмотрим на хранение данных на наш SSD, что же нам тут показывает. Да, у нас из базы определяется все корректно. SK Hynix Aries, это у нас контроллер, 176-слойная 3D NAND TLC память, отлично. 7000 на чтение, 6500 на запись, все как и заявлено. В общем-то, контроллер определен. Ну а теперь переходим к обкатке нашего диска. Это у нас тест линейной записи на всем объеме в IDE64. Запускаем и ждем результат. Ну что, тест у нас подходит к концу, результат здесь у нас очень-очень интересный. Я думал, вообще будет вот эта вот хорошенькая такая прямая с небольшими колебаниями до конца записи, но нет, все-таки у нас где-то на 86% произошло снижение скорости и потом резкие скачки.
И вот это очень странно. Либо здесь у нас AIDA что-то делает не так, либо у нас здесь производитель поработал и дошел вот до такого вот хорошего результата. Напомню, что если мы посмотрим то, что было у нас в прошлый раз на платформе Intel, график у нас был вот такой. И, конечно же, разница здесь прямо очень даже заметна. Что ж, все будем проверять. Проверим обязательно на тесте реальной записи, как покажет SSD. Ну а пока давайте сворачивать все. Снова переходим в управление дисками для инициализации. Снова форматируем наш SSD. И выполняем теперь оптимизацию. Так, отлично, делаем паузу 15 минут и выполняем оставшиеся синтетические тесты. Ну и по традиции, в первую очередь, начнем, конечно же, с Crystal Disk Mark. Несмотря на то, что у меня ПК завис в процессе 3D Mark теста и пришлось перезагружать и делать тесты заново, давайте смотреть, что же мы в итоге с вами получили. При заявленных 7000 на чтение, 6500 на запись, скорости у нас линейные полностью подтверждаются, здесь никаких вопросов нет, а вот выше 76 мегабайт в секунду на случайном 4К увидеть мне не удалось. На платформе Intel тогда у нас было значение 81, но все-таки результат здесь очень даже неплохой, даже на платформе AMD. Что касается SSD Benchmark, 7025 баллов, тоже неплохо, но на Intel было практически 8500, тоже это еще проверим заново на платформе Intel, перетестим. Ну и в ATO Disk Benchmark у нас хорошие скорости на мелкоблочке, на больших блоках все упирается в пропускную способность нашего SSD. Ну и в 3D марке SSD набирает 3941 балл, великолепный результат, здесь, я думаю, никаких вопросов ни у кого не возникает. И у нас такой же результат был и на платформе Intel ранее. Так что здесь все очень даже хорошо. Но синтетика с синтетикой. Давайте мы с вами перейдем к тесту на реальную скорость записи и проверим вот как раз тот график в AIDA64, который мы увидели. Неужели действительно на практически 85% мы можем заполнять SSD без потери по скорости? Так что давайте начинать. 2.7, 2.9. Собственно, грубо говоря, 3 гигабайта в секунду нам SSD показывает. Здесь все ожидаемо. Но что будет дальше, смотрим. Первая, вторая. И на записи третьей папки все-таки у нас снижается скорость записи до 1.4 гигабайта в секунду. Единственное, после записи где-то 2.4 гигабайта. Точно так же после 235 записанных гигабайт. И скорость у нас снижается до 1.4. Так что тут у нас все осталось на прежнем уровне. Ну а AIDA64 нас, я даже не знаю уже в какой раз, но все-таки подводит. Что ж, давайте продолжать заполнять наши SSD. Посмотрим, что будет у нас дальше. Третье. К концу записи четвертой папки у нас все так же скорость держится на 1.4 гигабайта в секунду. Я не вижу смысла дальше заполнять SSD. Мы с вами все это уже видели на тесте платформы Intel на первом обзоре. Так что тут, я думаю, с тестами у нас все. Давайте удалять данные. Давайте сделаем тесты на платформе Intel и будем подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены и результаты снова очень интересно. Да, это действительно офигенный SSD с великолепными результатами, как в синтетических бенчмарках, ну, на тесте реальной записи, в принципе, ничего необычного, так и на игровом бенчмарке. И здесь действительно SSD показывает все очень-очень хорошо. Но не зря я протестировал все на AMD и на Intel, и давайте сравнивать, что мы с вами можем увидеть. Если линейная скорость у нас одинаковая и там, то вот если мы берем случайное 4К чтение, то здесь, как обычно, снова Intel впереди, причем, так скажем, заметно. Ну и, конечно же, самая заметная разница, как всегда, в SSD Benchmark за счет того, что на Intel платформе по случайным 4К блокам у нас все-таки SSD ведет себя лучше, чем на AMD. Если сравнить ATO Disk Benchmark между AMD и Intel, то видно, что чтение все-таки на Intel повыше, чем на AMD, а в остальном вроде как ничего необычного. Ну а что касается тестов 3D Mark, то тут результаты тоже интересны. Да, у нас снова на платформе Intel SSD показывает себя лучше, чем на AMD. Но если сравнивать результаты, полученные сегодня на платформе AMD, и результаты Intel, которые были сделаны несколько месяцев назад,
то результат у нас примерно одинаковый. По тесту реальной записи ничего необычного, кроме того, что AIDA в очередной раз, не знаю в какой раз, нам показывает совсем не то, что SSD должен показать. Совсем не то, что мы видим на тестах реальной записи. И значит, надо заморочиться и решить, какую утилиту для этого использовать. Вместо AIDA 64, возможно, Victoria, возможно, HDTune. Разберусь, узнаю. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания по этому вопросу, то пишите, задавайте, все читаю, стараюсь отвечать тоже на все. Ну а на тестах реальной записи у нас есть DRAM кэш 235 гигабайт, до его заполнения скорость у нас колеблется 2,7-3 гигабайта в секунду, как обычно на всех топовых SSD скорость упирается в однопоточную скорость копирования проводника Microsoft Windows, ну а потом у нас снижается до 1,4 и до конца будет на этой отметке у нас держаться. Что касается нагрева, друзья, это один из самых быстрых PCIe 4.0 SSD, а значит он горячий, поэтому позаботьтесь о хорошем охлаждении. Если вам интересно, как этот SSD нагревается без радиатора, то смотрите предыдущий ролик, там все это дело протестировал, в этот раз ну просто незачем. Ну и по итогу я продолжаю считать SK Hynix одним из самых лучших PCIe 4.0 терабайтников, которые сегодня можно купить. И я надеюсь, что SK Hynix будет двигаться в этом направлении дальше, и мы будем видеть еще лучше и еще круче. Особенно жду PCIe 5.0 SSD, где производительность упрется в теоретический максимум. Ну и в заключение хочется отметить, что всю сумму на покупку данного SSD мы собрали в группе ВКонтакте. Этот SSD у нас уже разыгран после обзора к своему победителю. Хотите также выигрывать SSD, переходите в группу ВКонтакте, узнавайте все условия, участвуйте и выигрывайте. Ну а на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. И для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот SSD, ссылочка есть внизу.